Вот такая форель у нас получилась. Ну-ка. Так, дорогие мои друзья, так как вы видели одно видео, где мы копченую рыбу делали, и все меня просили рецепт, как это приготовление, я вам хочу показать. У меня сегодня здесь я вот 6 форелей взял. Вы видели в предыдущем видео, что мы наловили рыбу, как мы наловили ее, что мы уже с ней приготовили. Сейчас я вам хочу показать маринад нашей форели. Так, для нее нам понадобится, мы сейчас ее уберем в сторону, сделаем сперва рассол и потом зальем это рыбой. Хотя мы уже можем сюда добавить, у меня здесь одна ложка можжевельника. Так, можно открыть везде. Это у меня идет вот на 6 форелей, скажем. На 6 форелей где-то уйдет где-то 3 литра воды. Так, у меня перец горошковый. Тут, наверное, там 10. Черный перец горошковый. Лавровый лист. Возьмем 1, 2, 3, 4 лавровых листика. И берем укроп. Укроп можете взять свежий. У меня укроп замороженный. Это я возьму одну ложечку укропа сюда. Так, теперь делаем наш рассол. Для нашего маринада нам понадобится 3 литра воды. Так, у нас 3 литра воды мы взяли. Соли нам понадобится на 1 литр 1,5 столовых ложки соли. Вот. Если у вас нету ложек, вы просто соль хочешь сыпать, значит вы добавляете одну картофель. Видите, она утонула у меня. Вот, я покажу сейчас. Вот она утонула. Теперь я добавляю сюда соли. Вот, одна ложка. Две ложки. Три ложки. Это будет уже на 2 литра. Вот. 4 ложки. 4,5 ложки. Вот. Теперь мы размешиваем эту соль. Прям хорошо-хорошо размешаем. Вот. Картофель у нас... Если маленькую-маленькую берете, она прям всплывает до самого верха. Значит, соли хватает. Наших. Сюда добавляем чайную ложку, это большая ложка перца свежего, прямо перца добавляем сюда, вот. И маленький у меня секретик, я добавляю сюда одну маленькую ложечку лимона. Сейчас попробуем наш бульончик. Отлично. Теперь заливаем нашу форель. Так. Берем нашу форель полностью. Заливаем нашим бульоном. Чтобы форель прям была покрыта. Вот она. Итак, оставляем мы форель на часов 12-13 мариноваться. Закрываем. Убираем в прохладное место. Подключимся завтра, как будем ее готовить. Дорогие друзья, вот у нас прошло, сколько сейчас, 13 часов прошло, как у нас рыба наша маринуется, наша форель. Я вам вчера показывал, как она маринуется. Вот такая у нас рыбка получилась.
Теперь мы ее одеваем на крючки. У меня вот такие крючки. Берем форель, одеваем спираль через эту, просовываем. Так, открываем брюхо. И полностью я ее прокаливаю. Вот. Вот так форель у меня будет крутиться. Вот. Сейчас я ее всю одену, потом вывесим на улицу, чтобы она обветрилась. Перед тем, как будем коптить ее. Такие у нас получились форельки. Вот смотрите, так мы их всех одели. У меня 6 штук, крючки, видели, какие у меня крючки специальные. Вот сейчас пойду их подвешу, чтобы они обветрились сперва. Так, сейчас мы подвешаем нашу форель, чтобы она немножко отвисла. И дадим ей где-то полчаса обкапаться. Прям. У меня здесь вот опилки, смотрите, видите, такие опилки. У меня здесь перец белый, перец темный. У меня здесь я, вчера добавляю, мельник. У меня есть еще всякие, привкусы всякие, и опилочки. Огонь и рожок, я просто ставлю сюда внутрь их. Ставлю сюда, закрываем. Так, закроем. Вот наша форель. Сейчас. Вот она, видите, она у нас как обдулась вся такая стала. Теперь можем ее завешать. Так, вот наша форелька. И дымок пошел. Закрываем. Сейчас мы наберем здесь отыгравшую 60-70 и будем. Видите, дым пошел. Тягу. Вот. И где-то через полчаса мы еще посмотрим. Я думаю, где-то час-полтора у нас будет накопиться. Как она полугорячая получается. Вот видите, у нас 50-60 градусов. Прошло полчаса. Они вот так выглядят. Вот нам еще где-то часик надо. Закрываем. И пошли дальше.
дорогие друзья. Вот у нас уже прошло сейчас. Так, 2 часа прошло. Так, включаем его. Смотрите, ну-ка. Будем открывать. Вот такая форелька у нас получилась. Ну-ка, сейчас мы ее одну снимем. Я вам покажу. О, смотрите, какой цвет получился у нее. Сейчас, а ну-ка. Так, и поднос мне. Так. А, смотрите, на поднос я положу. Вот такая форель у нас получается. Вторая. Сейчас. О, ну-ка. Ну и какая там внутри она прям висит. Какая красивенькая. Сейчас она полугорячая, как полухолодная, полугорячая получается. Вот такая у нас получилась форелька. Сейчас я ее все полностью вытащу с них и вам потом еще покажу. Так, дорогие друзья, сейчас я рыбку нашу, она чуть тепленькая, я вам покажу, как ее правильно форель разделывать. Тот, кто не знает, для них может интересно будет, кто знает, просто поставьте лайки и все. Так. Так. Берется так форель. Берется на вилочку, одевается вилочка и заматывает ее полностью до самого хвостика. Так, хвостик мы отрезаем, убираем. Шкура, конечно, она очень твердая. Вот. Теперь разрезается вдоль позвоночника. Я шкуру сюда положу. Я покажу сейчас. Смотрите, потом вот так филешка берется, снимается филе. И то же самое делается с другой стороны тоже. Вот. Также здесь можно потом снять без костей. Так, я это уберу. Аккуратно снимаем. Так. Дайте я попробую. Ну-ка, кто? Может, вкусно. Рыба, конечно, вообще шедевр. Вот так. Также переворачиваем на другую сторону. Надрезается другая сторона. И точно так же голову. Ну, голову можно отрезать. Аккуратно удобно. Так, на. Так, и также снимается с этой стороны полностью наша рыбка. Голову тоже убираем. Так. Также шкурку, видите. Также мы ее сняли. И тоже так же ее с этой стороны разделываем. Разделываю с другой стороны. Вдоль ребрышек снимаем. Так. Вдоль ребрышек снимаем. Вот так.
у нас получился? Кости. И получались 4 вот таких филешки, которые можно, просто кусочка дегустировать. Просто обалденно. Ну-ка я это все дам оператору попробовать, что он скажет. Как она? Да, вкусно. Да, очень вкусно. Прям мягко. Да. Так вот. Дорогие друзья, спасибо вам еще раз за просмотр. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Ждите следующих очень вкусных видео от меня. До следующего раза. Пока-пока. Всем.